О, мама опять какую-то ерунду соорудила. Вечно настроит каких-то баррикад. А ты думай, для чего это все нужно? Васек, ты уже здесь? Ну и как? И что это за шалашик такой? Да фиг его знает, Тимур. Я пока не понял. Ладно, сиди тут. Я пойду проверю надежность этого сооружения. Что-то не внушает мне доверия. Это непонятная конструкция. Ой, да она еще и мягкая вдобавок. Ох уж эти женщины, ничего не понимают в строительстве. Вот сейчас рухну вместе с этой ерундой прям на Васю. Кто будет виноват? Мама будет виновата. А влетит, как всегда, мне. Тимур, я понял, для чего это нужно. Ну и для чего? Для тыгдыков с препятствиями. Вылазь давай, пойдем тыгдынить. Ой, Васек, ну да чего ж ты примитивный кот? Тебе бы только тыгдынить и скакать, как мустанг по всей квартире. Ну, ничего не понимает в интеллектуальных играх. Надо научить его в войнушку играть. Он будет немцем, а я партизаном. Сначала нужно выбрать надежное место для засады. А когда Васек придет, неожиданно напасть на него. Как бы мне получше спрятаться, чтобы Васек меня не обнаружил? О, придумал! Вот сюда вот залезу. Здесь точно не найдет. Ура! Этот бой мы выиграли! Враг бежит! А теперь снова в засаду!